Всем привет! Вот сегодня такой у нас видео, обзор нового выпуска «Шахматы Властелин колец». Это такой второй выпуск, вот только что купили, в наш город он пришел. Первый, вот сейчас покажет Илюша, он тоже со мной сегодня показывает. Вот это был в первом номере. Это Арагорн, Белый король. Белый король, да, шахматы. Да. То есть мы с тобой собираем шахматы. Властелин колец. Да, и будем играть в шахматы. В этом номере был Готмак, это слон, вот черный слон. Сейчас я распечатываю и уже покажу поближе. То есть, что здесь у нас, вот мы только распечатываем его в таком пакетике. И в подарок коробка под журналы. Вот, покажи тоже зрителям. Вот она. Такая коробка. Так, что у нас здесь еще? Здесь у нас вот такой вот журнал. Цветной второй номер. Ну, здесь идет, кстати, описание, рассказывает, как играть в шахматы. Особенно такие. Да. Дальше. У нас темный генерал. Ну, и сами кадры из «Властелина колец». То есть, Причем в этом номере... такой, да? Причем в первом номере у нас даже есть вот это, вырезать надо специально. Да, вот здесь вот такой купон, вот посмотрите внимательно. Вот когда их соберешь 12 штук, вот этих купонов, то можно заказать уже шахматную доску. Сейчас я не знаю, здесь есть она. Шахматная доска, по-моему, то ли из дерева, то ли еще из чего-то сделана. Стоит она... Я сейчас скажу. Металлическая гравировка, сама доска деревянная, на ней нарисованы все поля сражений, черные и белые. Сколько черные... она стоит-то? Всего 2950. Нет, 999, по-моему. 950. Ну, сейчас не помню, мы это уже потом расскажем про эту доску. 2950. Вот если у вас есть такие купоны, то ее заказываешь дешевле. То есть, да, 12 штук этих купонов. Так, ну это касаемо журнала, то есть вот пробежались. Вот, кстати, в третьем выпуске, в следующем будет, в третьем выпуске будет подарок, шахматная доска, вот такая вот. Темный маг еще будет, да. И будет... Темный маг. Темный маг, да? Вот, посмотрите. Вот это третий выпуск будет, следующий. Журнал выходит раз в две недели, то есть вот через две недели будет следующий номер. А вот как раз и наша цель. Да, вот. Следующая шахматная фигура. Это слон, по-моему, да? Да, черный слон, Готмак. Генерал черный Готмак. Слон. Генерал Готмак. Сейчас мы его распечатаем. Кстати, каждая фигурка сделана... Ручной работой. Ручной работы, разрисована вручную. Она очень такая увесистая, тяжеленькая. Сейчас, подожди. Так, надо расклеить. Ножницы. Может, есть там? На столе или ножичек какой-нибудь. Дай. Ладно, сейчас. Сейчас мы ее распечатаем. Такая распаковка происходит. Вот, потому что только принесли с пылу жару. Держи. Я возьму сам. Подожди. Ты хочешь сам показать? Да, давай сам. Тяжелый, да? Тяжеленький. Сам генерал Готмак. Вот он такой. У него. Вот, да, вот так вот. Знаки сзади. Сейчас я сам еще покажу. Вот так вот, вот такой вот красавец. В своем смысле. То есть черная фигура. Он очень тяжеленький, такой увесистый. То есть, если играть в шахматы, так ты его поднимаешь и ставишь. Надо вот, главное... Тут еще, кстати, вот такие названия у него есть. Написано Готмак. Вот, если видно здесь, да. Да, прикольный такой он. Держи. То есть, вот теперь у нас две шахматные фигуры. Белый король. И черный слон. И черный слон. Вот два номера вышло. Вот. Будем коллекционировать. И это уже понятно. Делиться видео, если будет интересное что-то, еще покажем. Ну что, тогда все, да, на сегодня. Да. Всем пока, всем удачи. Побольше хороших новостей. И чтобы все было хорошо у вас. Ну все, всем пока.